В этом видео мы покажем, как открыть реальный торговый счет с Admiral Markets. Если вы не зарегистрированы в кабинете трейдера, то прежде всего зайдите на сайт Admiral Markets и нажмите зеленую кнопку «Открыть счет». Заполните форму, указав свое имя, фамилию и адрес электронной почты. Далее придумайте пароль для вашего кабинета, введите номер телефона, выберите вашу страну, а также примите политику конфиденциальности и, если бы вы хотели получать рекламные материалы, то поставьте галочку. После отправки заполненной формы вы получите электронное письмо с данными о своем счете. Нажмите ссылку для активации в этом письме, чтобы подтвердить свой электронный адрес и открыть кабинет трейдера. После активации счета вы можете войти в кабинет трейдера, где находится панель управления счетами. Здесь вы можете открывать реальные и демо-счета, пополнять счет, выводить средства и также скачивать последнюю версию платформы MetaTrader. Чтобы открыть реальный счет, просто нажмите кнопку «Открыть реальный счет». Затем укажите свой номер телефона и нажмите «Подтвердить», чтобы получить SMS с кодом подтверждения. Введите код подтверждения в всплывающем окне, согласитесь с условиями использования и нажмите «Подтвердить». Заполните оставшуюся часть заявки и нажмите «Далее». На следующих страницах вам нужно ввести свои личные данные, контактную информацию, налоговые данные и номер паспорта. Теперь ответьте на несколько вопросов о вашей ожидаемой торговой активности, о вашем инвестиционном опыте, о дополнительной информации и готовности к торговле. На следующем этапе прочтите и примите уведомление о подтверждении. В заключении необходимо подтвердить вашу личность, предоставив документ, подтверждающий личность, и второй документ, подтверждающий адрес вашего проживания. После этого Admiral Markets рассмотрит вашу заявку, после чего мы свяжемся с вами по электронной почте и сообщим о результате заявки. Если ваша заявка была принята, вы получите электронное письмо с деталями вашего нового реального счета. Если ваша заявка не была принята, ваш персональный менеджер свяжется с вами и поможет заполнить ее. Мы желаем вам успехов в трейдинге. Если у вас возникнут вопросы, мы будем рады помочь вам.